Объемы поставок овощей и фруктов из Узбекистана в Россию в прошлом году существенно выросли. Об этом Владимир Путин заявил сегодня в Кремле во время переговоров с президентом республики Исламом Каримовым. Вот по некоторым овощам до 10 раз выросли поставки. По винограду в 20 раз, а по цитрусовым в 54 раза. Это, конечно, существенно для уже российского рынка в целом. Думаю, что и для ваших сельхозпроизводителей это тоже большое подспорье осваивать такой большой рынок, как российский. По итогам переговоров Россия и Узбекистан подписали 5 соглашений о сотрудничестве, в том числе о взаимодействии при экспорте продукции ВПК в третьи страны. Путин также подчеркнул, что обе страны убеждены в необходимости создания широкой антитеррористической коалиции.